очень важно и для нашего института, и, уверен, для университета в целом, потому что МГУ, как я уже говорил, самый известный, наверное, самый авторитетный вуз в стране, факультет журналистики Московского госуниверситета, это одна из главных, если не главная, журналистская школа, опять-таки, да, в нашей стране, в России. Это сотрудничество уже идет в рамках участия в конференциях. Творчество, особенно сегодня, молодых людей, их привлечение к созданию подобных фильмов, и пусть каждый совершит то, что положено ему, это как удар молнии, когда человек не просто слушает, не просто читает, а сам пытается разобраться и участвует в обсуждении, в подборе интересного материала.